Практическая помощь аграриям и животноводам стала такой же важной частью работы Национального аграрного университета, как и подготовка кадров. Об этом рассказал ректор КазНАУ Тлектес Есполов. На базе вуза создан агротехнологический хаб. Его задача – создавать и внедрять новые технологии. Товаропроизводители страны пользуются услугами открытых в университете центров по оценке продуктов и качеству земель, лабораториями по пищевой безопасности, биотехнологиями и теплоэнергетике. Представительства этих лабораторий также открыты в 6 областях страны. Наши ученые, как десанты по направлениям исследования, по агробиологическим направлениям, ветеринарным направлениям, защиты растений, животноводства, по всем направлениям, они закреплены за каждым районом, могут выезжать как десанты и оказывать практическую помощь для сельхозтоваропроизводителей.